Здоровое питание, спа-процедуры, музыкальная терапия. Такая красивая жизнь у буренки Снитки уже второй месяц. Именно в этом графике корову готовили к главному конкурсу красоты, который ежегодно проходит в рамках выставки «Белагро». И поскольку буренка с темпераментом, да еще и с тем характером, пришлось несладко зоотехникам и дойерам. Ну вот он результат. Сегодня Снитка со знанием дела выходит по импровизированному подиуму. Вот это подошла больше всего по всем параметрам. И она такая, она сама вызвалась, мы ее тестировали, делали оценку, вот она прошла, одна единственная. Она по первой лактации, вот это ее первая выставка. На конкурсе представлены лучшие буренки со всех регионов нашей страны. Каждая дает более 30 литров молока в день, причем только экстра-класса, а значит с маркой качества. За титул лучшей буренки страны сегодня борются 24 конкурсантки. Жюри оценивает не только продуктивность, но и визуальную составляющую. Все как на настоящих конкурсах красоты. В программе есть даже дефиле. За грациозной походкой участниц наблюдают десятки зрителей. Каждый выход буренок сопровождается бурными овациями и заводными речевками. Номер 4, Сицилия, самая лучшая. По первой лактации, поэтому самая красивая, самая лучшая. Самая счастливая. Мы ее готовили, приложили всю свою любовь, максимум усилий, провели полную диспансеризацию животного. И она 100% победит. Глядя на всех, нам кажется, что наша ничем не хуже. Даже лучше. Мы всегда болеем за своих. Топ-модели лучших хозяйств страны к такой публичности не привыкли. Ажиотаж и фотокамеры буренок пугают. Справиться с волнением помогают те, кто рядом всегда. Доит, кормит и заботится о здоровье. Мы приехали здоровой. Наша корова называется Мишель. Это корова галштинской породы. Она в сутки нас дает больше 50 литров молока. Участвуем мы второй год. В прошлом году мы заняли второе место. А как в этом году настроены? Ну, конечно, на победу. Все мечтают о победе. И мы настроены только на победу. Ну, как уже выйдет, потому что конкурсантки тоже сильные. Несмотря на такую группу поддержки, финальное слово остается за жюри. Они оценивают буренок по 18 пунктам. От высоты в холке до молочной продуктивности. Животные очень хорошие в этом году все. Экстерьер замечательный. Очень трудно выбрать лучше, потому что разница между ними минимальная. Победительниц определили сначала в 4 разных категориях, а затем выбрали лучшую буренку из всех. Первой среди конкуренток стала корова по кличке Родина. Она представляет хозяйство Гастеловское Минской области. Арина Верховская, Виктор Рубека, СТВ.